Развивает стратегическое мышление и зрительную память. В регионе впервые прошел турнир по шашкам на приз заслуженного мастера производственного обучения Николая Шилова. В аудитории профессионально-педагогического колледжа собрались работники и студенты образовательных учреждений из Ульяновска, Димитровграда, Сенгилеевского и Корсунского районов. Всего 10 команд. Федерация по шашкам Ульяновской области, она только начинает свою деятельность. И очень приятно, что вот именно мы начали именно из детского спорта, который действительно в Ульяновском регионе, но не совсем достаточном уровне. И хотелось бы действительно пожелать, чтобы вот в нашем Ульяновском, как и ранее, принимали участие именно молодежь. И вот в дальнейшем, где-то в конце уже апреля, мы проводим уже областные соревнования «Чудо-шашки». Это со школьниками. Этим турниром организаторы планируют еще и начать блок, посвященный патриотической тематике.